Ну, у нас сегодня собрались гости, которые, в общем, во-первых, знают, что такое образование, и все знают это довольно неплохо. А во-вторых, все они знают, что такое искусственный интеллект, а некоторые из них вообще с ним связаны очень плотно и являются одними из ведущих профессионалов в этой области. Ну, я начну представление с гостя, который у нас находится сейчас в студии виртуально. Физически он находится сейчас в городе Ереван. Это Арам Пахчинян. Вот он появился. Арам, привет. Арам, во-первых, является очень известным человеком в образовании, я бы даже сказал, не только национальном, армянском, и даже не только русскоязычного пространства, но и мирового. Он основатель и долгое время был директором школы АЙП, фонда АЙП. Но до того, как Арам стал очень важным человеком в образовании, Арам занимался искусственным интеллектом, являясь одним из руководителей компании Abby, известной разными своими продуктами, связанными с искусственным интеллектом, в первую очередь вопросами распознавания. Знаменитый Fine Reader – это продукт компании Abby. Вместе со мной в студии находится Сергей Зуев. Сергей – научный руководитель Московской высшей школы социально-экономических наук, гораздо больше известный как Шаненко, автор прекрасной книги про то, что такое университет и почему он сейчас такой, и как он докатился до этой жизни. И Дмитрий Сошников. Дмитрий, с одной стороны, преподаватель в таких университетах, известных в области технологий, как МАИ, Высшая школа экономики. С другой стороны, Дмитрий – человек, который занимается, собственно, разработками, который занимается давно искусственным интеллектом, долгое время занимался этим в компании Microsoft. Наш разговор во многом спровоцирован тем, какие успехи и какую публичную видимость последнее время приобрели продукты, связанные с искусственным интеллектом. В первую очередь, наверное, это ChatGPT, который, мне кажется, что абсолютно перевернул представление о том, что такое сегодня искусственный интеллект. Еще недавно, да, это что-то, что умеет там хорошо играть в какие-то игры, наверное, решает какие-то задачи распознавания, но так, чтобы можно было всерьез говорить на то, что уже похоже, там есть какой-то интеллект, вроде бы еще не было. А тут внезапно появилось, это выскочило, ну, я не знаю, там, наверное, для Арама и Дмитрия это было там чем-нибудь ожидаемым, как для специалистов, но для нас всех остальных это как вот такой чертик из табакерки, внезапно выскочило, и оказалось, что мир совсем другой. То, что все говорили, что надо ждать еще многие-многие годы, уже сегодня здесь. Тут же, естественно, оказалось, что молодое поколение учащихся и университетов, и на самом деле школ, освоило это гораздо лучше, чем поколение более старшее. Ну что тоже, в общем, кажется довольно естественным процессом. Большая адаптивность, гораздо большая погруженность в информационные технологии. Появились кейсы, когда студенты сдавали дипломы, написанные при помощи ChatGPT. И тут возникает вопрос, это хорошо или плохо? Да, вот в Московском городском университете решили, что это хорошо, и с этого года разрешили использовать искусственный интеллект в любых работах, ну, но только объясняя, естественно, что ты его использовал, для чего ты использовал. Если используются какие-то утверждения и отсылки, то, соответственно, снабжая их соответствующими ссылками на источники и так далее. Если так будет развиваться, считают некоторые, то дальше нас ждет какая-то существенная революция, в результате которой очень многие люди интеллектуальные оказываются не нужны, их заменит искусственный интеллект. Так или иначе,
на школе, на университете это сказывается напрямую. Есть учитель, который является носителем знания с одной стороны, с другой стороны носителем определенных, ну, наверное, я огрубленно скажу, методик, как это знание передавать, как его получать. И вот дальше вопрос, есть ли дальше место для учителя, какое оно будет рядом с искусственным интеллектом? Насколько искусственный интеллект может быть лучше в каких-то вещах, чтобы чему-то научить, что-то объяснить. Иногда вот я делал какие-то эксперименты с тем же чат-GPT, он рассказывает лучше многих учителей. Он умеет пересказать так, что поймет каждый. И если я что-то не понял, я могу попросить его пересказать как-то по-другому, и он это пересказывает. Не каждый учитель на это способен. Вот вопрос наш вообще поставлен достаточно, я бы сказал, философски. А искусственный интеллект в образовательном процессе – средство или субъект? Наверное, мы к такому философскому ответу, если повезет, то к концу нашего разговора придем. Но я бы начал с более простого. А какое у него может быть место? Зачем он? И какой-то минимальный прогноз на то, что будет происходить с его внедрением. Но я бы, наверное, начал с нашего виртуального гостя. Арам, ты как человек, понимающий про обе составные части того, о чем мы говорим, как себе видишь вот, жизнь образования с искусственным интеллектом в, ну, на горизонте ближайших лет 5? Вот нам в студии не слышно, я надеюсь, что слышно. А звука нет. Не слышно. Нас, к сожалению, так. Так, а вот сейчас что-нибудь. Попробуй еще раз, потому да, что вот начали. Сейчас отлично. Вначале вы вроде меня слышали. Да? Но я ничего не менял. Это в студии, видимо, кто-то не то дернул. Да, я просто начну с такого забавной истории. Совсем недавно, буквально об этом шумиха поднялась неделю тому назад. В Гарварде студентка в течение полугода в качестве эксперимента сдавала все свои эссе ровно так, просто один в один, как ей выдавал текст эссе ChatGPT. В результате она не получала самые высокие оценки, но она получила достаточно высокие оценки, чтобы обеспечить проходной балл. И здесь серьезная проблема. И проблема не в том, что преподаватели не могли отличить текст, написанный ChatGPT, от текста, написанного человеком. Проблема намного глубже. Проблема состоит в том, что фактически современный искусственный интеллект определил новый стандарт в образовании. И даже для Гарварда он оказался слишком высоким. И оказался проходным, грубо говоря. И это проблема. Это означает, что теперь уже невозможно будет принять от студентов текст, который написан так или хуже, как может написать искусственный интеллект. Они должны всегда писать лучше. И отлично, если они будут использовать искусственный интеллект для этого. А он все равно недостаточно глубоко знает материал. Он все равно совершает ошибки и впадает в галлюцинации. Он все равно, по большому счету, на нынешнем технологическом витке развития и пока достиг определенного насыщения. Системы GPT существовали с 15-16 года, прошли уже почти 10 лет эволюции, ну, 8. И только сейчас дошли до уровня ChatGPT. То есть это не прямо вот совсем новенькая вещь. Это давно существует. Просто она дошла до такого уровня, что может действительно быть серьезно полезной.
Но, с другой стороны, технология сама достаточно сильно насытилась. Поэтому в этом смысле, конечно, образованию придется сильно перестраивать и свое понимание, и свои стандарты, и какие задания даются, и что такое эссе, и насколько теперь уже окей написать средненькое эссе, получить средненький балл и пойти дальше по жизни. Теперь это уже не окей. Теперь уже так не получится. Это первое. Второе, что хотел на эту тему сказать, что с моей точки зрения ChatGPT во многих отношениях лучше, чем учитель. И действительно, Вася, ты прав, что основная особенность ChatGPT, что эта штука может неустанно 24 часа в сутки объяснять материал разными способами, пока дойдет до любого, кто хотя бы вполуха слушает, что ему говорят. С другой стороны, надо хорошо понимать, что никто не создавал ChatGPT как учителя. Это не специализированная система преподавания. И это место явно пустует, и это место наверняка будет заполнено. То есть появятся системы, неважно, построены они конкретно на ChatGPT или просто на любых принципах искусственного интеллекта, включая GPT, которые окажутся уже специализированными учителями, автоматическими учителями. Ну, первый такой вот блин никомом, это то, что сделала Khan Academy. Но я думаю, что это будет дальше развиваться, и мы здесь увидим просто новые, очень хорошие результаты. А это означает, что роль учителя в классе абсолютно меняется. Просто кардинально перестраивается. Это человек, который должен обеспечить достаточную мотивацию, мировоззрение, понимание. Но самое главное – обеспечить педагогику в классе. Потому что педагогика – это не просто знать психологию детей и заставлять их делать то, что нужно взрослым. Педагогика – это честно, более сложная вещь. Есть большая дискуссия в мире по поводу того, что такое педагогика. Такой утилитарный подход состоит в том, что это некое знание о мире, о людях, об экономике, о человеческих отношениях, которое транслируется в ежедневные действия с помощью необходимых инструментов для того, чтобы подготовить ребенка к жизни в этом мире. В действительности же теперь она стала намного глубже, потому что эта современная педагогика должна предполагать, что ребенок должен вырасти в человека, который готов ко всяким ChatGPT. Не просто к ChatGPT конкретному, а вообще к любым явлениям, которые возникают в результате развития общества и технологий. Есть такое понятие emergency, да, emergent, когда я просто, мне трудно найти русский термин на этого, но это вот как кристалл возникает, кристаллизуется в результате того, что происходит, возникает среда, в которой может кристаллизоваться, также и любые такие новые совершенно смартфоны, технологии искусственного интеллекта и так далее. Их вроде нету, но что-то такое вот растет, и потом раз, и дает взлет, и появляется вот эта технология. Вот такого рода вещи будут происходить все чаще и чаще, потому что концентрация людей на такого рода действиях все больше и больше. Поэтому мы просто должны быть готовы к тому, что это будет происходить, и готовить к этому детей. И искусственный интеллект – это просто частный случай. Таких систем и таких вещей может быть много. И еще одна мысль, которую я хотел сказать, это то, что я сказал вначале, что ChatGPT не знает, мало что есть в мире, кроме, может быть, программирования. И, может быть, нескольких других отраслей или профессий, в которых ChatGPT достаточно глубоко вник. И это просто связано с тем, что его модель обучения не позволяет без большого количества однородных текстов вообще во что-то вникнуть. И поэтому большинство его знаний достаточно поверхностные. И ребенку он может кучу всего наврать, просто скорбь всего. В особенности в точных науках. Биологии, физики и так далее. Просто на каждом шагу будет говорить полную чепуху. Зато он умеет задавать очень хорошие вопросы. Если его попросить задавать вопросы, он будет задавать очень хорошие вопросы. То есть это не столько источник информации, сколько коуч и учитель, который умеет задать те вопросы, которые нужны, чтобы ребенок смог развить свое мышление. Но опять же, от уровня ChatGPT, то есть такого средненького джуниора в консалтинге, вот примерно вот такой, если взять любой текст, который он готовит, до уровня четкости, тонкости, точности мышления, которое необходимо учителю, чтобы
создать такое же, ну, развить такое же мышление у детей, это просто огромная дистанция. Это дистанция между, ну, в общем, между черепахой и антилопой. Это очень трудно преодолеть, и не видно никаких предпосылок того, что искусственный интеллект в ближайшее время это преодолеет. Но опять же, не будем, мне кажется, идти вперед и думать обо всем так вот легко и просто, потому что мы точно уже понимаем, что почти ничего предсказать нельзя. Но исходя из того, как сейчас специалисты об этом говорят, пока еще прямо вот сейчас, вот прямо на пороге ничего такого грандиозного, что будет, ну, намного мыслить, намного острее, точнее, философичнее, глубже, многостороннее, будет использовать разные модели мышления, а не пару-тройку, как это делает ChatGPT, вот этого пока еще нету. И пока этого нету, значит, для учителя есть очень большая поляна для работы. Просто его суть, его деятельности сильно меняется. Наверное, вот так вот, если в двух словах. Кажется, что сущность деятельности, если меняется таким образом, то тогда и когда появятся вот эти вот следующие поколения, владеющие гораздо большим, чем ChatGPT, учитель все равно в этой новой сущности останется нужным. Но давайте сейчас послушаем, что еще коллеги про это думают, и попробуем к этому вернуться просто уже, чтобы понять вот ту сущность учителя. Мне кажется, Арам, то, что ты задал про изменение сущности учителя, это, ну, во-первых, это, собственно, наш один из основных вопросов нашей дискуссии сегодня. Вот. А во-вторых, вообще, мне кажется, что это один из основных вопросов педагогики, но вот не как чисто науки, а как области деятельности всех последних лет. И это связано не только с ChatGPT, начиная с того, что учитель уже несколько десятилетий как перестал реально быть носителем знания. Знания находятся везде вокруг нас. Уж там с 94-го года с появлением веба, так уж точно. В общем, и до этого к этому были предпосылки, но вот последние там 2-3 десятилетия уже просто понятно стало, что роль какая-то должна быть другая, хотя кажется, что со стороны профессии, со стороны деятельности это еще пока не в достаточной степени отрефлексировано и как-то отработано вот в практике. Сергей, вот Арам затронул вопросы про эссе. Да, про вообще на самом деле одну из вещей, которая всегда была крайне важным показателем в образовании мышления студента, да, это все-таки гораздо больше и важнее, чем какая-то контрольная работа или там какая-то другая форма, более формализованная, да, в этом мы смотрим на то, как он мыслит, как он работает с тем материалом, который он получает, с тем предметом, про который он пытается разобраться. Вот на твой взгляд, вся история, накопленная в такой форме взаимодействия студента и знания, даже не преподавателя, студента, она действительно стала как-то под угрозой, или, ну вот, Арам предположил, что это требование к студенту некоторого существенно более высокого качества, но тогда возникает другой вопрос проверки, оценки этого качества, да, а кто оценит, что это достаточный уровень? Что вообще с этим будет происходить? Ну, во-первых, я должен сказать, что по первому пункту я абсолютно с Арамом согласен, а именно то, что Арам сформулировал, что искусственный интеллект – это некоторая технология, которая позволяет рутинизировать целый ряд процессов, которые в предыдущей фазе образования или педагогики были, ну, исполнимы только за счет личного участия учителя или профессора. Сейчас это может быть рутинизировано, в смысле становится технологией, и дальше возникает вопрос – а где место профессора? Или где место, собственно, учителя, да? И в этом смысле я бы поставил этот вопрос даже в более такой, ну, философской, может быть, терминологии. Я бы спросил, а что, собственно, человеческого остается в профессии образователя и педагога? Помимо того, что может быть подвергнуто технологизации и рутинизации, ни в коем случае не относясь негативно к этой технологизации. Это обычный процесс,
который длится последние несколько тысяч лет, там, по крайней мере, в этой области передачи там, от одного поколения к другому чего-то, да, там что-то рутинизируется, что-то производится автоматически, но дальше возникает фигура, ну, педагога, педа, веду, да, там, который, собственно, как капитан на корабле, он отвечает не за рутинные операции, а капитан на корабле он нужен для чрезвычайных ситуаций. Когда возникает ситуация, не имеющая технологического правильного ответа. Вот, собственно, если в широком смысле, то вот место вот этого профессора и педагога, оно, собственно, там. Но я бы вообще расширил там вот контекст разговора в том смысле, что а почему мы говорим искусственный интеллект в такой, ну, узкой в зоне. Коллеги, а где вы видели, как спрашивал один из моих учителей, где вы видели естественный интеллект, собственно говоря? Такой вообще существует? Не встречался, да? Поэтому мы, ну, вообще-то в такой вот традиции вполне себе культурно-исторической, которая задает тот же самый вопрос на каждом витке. Да, я вот по своей истории университетов точно вам могу сказать, когда вот аналогичные вопросы того, что мы обсуждаем, а что же теперь будет делать профессор? Вот Гутенберг изобрел книгопечатание. Что же теперь будет делать профессор? Студент все в книжке может прочесть. Вот появилось радио. Ну да, радио есть, а счастья нет. Ну и так далее, и тому подобное, да? Поэтому вот по первому пункту абсолютно согласен с Арамом, да, вот там возникает педагог как возможность. Мы еще не очень понимаем, а в чем, собственно говоря, будет вот это человеческое в педагогике, которое не технологизируется. Или как мои студенты меня спросили в период пандемии, они ко мне подошли, ну, когда там встретились, наконец, после всех этих онлайнов, говорят, слушайте, у нас 3 минуты профессора за локоточек подержать там вот в рекреации, и значительно более важно там чем 3 часа лекции. Иногда. Понятно, да? Но вот второй момент, если очень коротко, да, то вот здесь у меня там есть ну, абсолютно свое видение. Я, ну, счастлив по сравнению с присутствующими здесь коллегами, которые изнутри знают, что такое искусственный интеллект. Я не знаю, как оно там устроено изнутри. Я свидетель. Я могу судить только по внешним, ну, каким-то признаком, вот то, что я наблюдаю, как его используют, что с ним происходит. И в этом смысле я боюсь, что вот функция, которая приписывается искусственному интеллекту извне, она рано или поздно превратится в его сущностное содержание. А что ему приписывается? Этому искусственному интеллекту в образовательной и педагогической области приписывается функция унификации. В том смысле, что разного рода контексты, группы знаний, сюжеты, отрывки каких-то онтологических схем и много чего другое там собираются в единую картину, как единый контекст, да, и в этом смысле искусственный интеллект, с моей точки зрения, непрофессиональный, способен, ну, каким-то образом внести некоторые корреляции, объединить это в единую картину, представить как картину связанную, и на основе этого предложить там свой нарратив или свое какое-то действие. Да? Уплощение. И в этом внешне приписанном искусственному интеллекту действии я усматриваю прямую связь, ну, с тем, что в истории человечества называется там бюрократическим способом управления, которая тоже склонна к унификации, уплощению, переводу всех показателей в количественные из качественных, ну и так далее и тому подобное. Да? Вот я думаю, что с искусственным интеллектом вот на этом синхронном срезе, в котором мы сейчас существуем, 2023 год, да, вот происходит вот ровно это самое. Вот в образовательной сфере, по крайней мере, по моим наблюдениям, его разного рода прикладные применения используются именно для цели уплощения и упрощения. Ну, знаете как, всякая проблема имеет свой простой, очевидный и неправильный ответ. Да, вот, собственно, этим, да, там.
Поэтому, ну, мне кажется, что, в общем, более-менее понятно, хотя бы вот на примерах, которые вы разбирали с ChatGPT, да, там, в чем может состоять технология, но острие ответа сегодняшней дискуссии, собственно, не про искусственный интеллект, который не бывает естественным, да, а что за пределами этой технологии, каким образом, собственно, вот это образовательное педагогическое пространство развернется в силу тех вызовов, которые сейчас выполняет тот самый искусственный интеллект в своем технологическом содержании. Вот, собственно говоря. Ну, мне кажется, что часть ответа про его нынешнее применение связано с тем, что он до этого делал очень хорошо. Искусственный интеллект очень хорошо занимался тем, что что-нибудь раскладывал по кучкам, очень хорошо занимался задачами распознавания в этих кучках, и это было прекрасно. Но у людей было все-таки некоторое любопытство и некоторое желание прийти к такой давно придуманной парадигме, там, у нее есть несколько разных названий, одно из них — общий искусственный интеллект. И в каком-то смысле движение в сторону таких вещей, как ChatGPT, это была история не про утилитарно разобьем ту функцию, которая есть. Это была история про давайте попробуем мечту. Давайте попробуем все-таки, значит, вот полететь. Кажется, что вот здесь находится человеческое, как раз, на самом деле. Если человеческое такое, человеческое, не бюрократическое. Он пошел куда-то вперед, этот самый человек, решил сделать что-то новое, решил посмотреть на это совсем иначе, чем он смотрел раньше, и у него получилось. Да? Я, кстати, думаю, что, я не уверен в этом, но я думаю, что создатели ChatGPT сами многому удивились, что у них получилось. Потому что это во многом было авантюра, вот такая исследовательская во многом авантюра, но она дала очень серьезный практически прикладной результат. Может быть, кстати, увидев, что искусственный интеллект — это совсем не то, что он представлялся еще там год-два назад, люди начнут как-то иначе его использовать, и тогда он начнет по-другому развиваться. Не знаю, это хороший вопрос. Мне кажется, что он, ну, скажем так, требует отдельного разговора, отдельных ответов и отдельного осмысления. Но давайте вернемся к нашему вопросу про искусственный интеллект в образовании. И, собственно, я передаю слово Дмитрию. Вот куда он пойдет, да, куда, что он может, вот как, наверное, самый погруженный среди нас человек внутрь технологии, наверняка ты можешь из этой позиции попробовать нам какую-то картинку нарисовать. Да, ну вот, Василий, как ты сказал, искусственный интеллект хорошо раскладывает на кучки, но на самом деле, если посмотреть еще выше, он очень хорошо улавливает паттерны в каких-то входных данных. И вот в этом, наверное, его основное предназначение. И здесь вот обучение таких больших языковых моделей можно сравнить с обучением человека, когда человеку дают много-много задач для того, чтобы он не мог запомнить их решение, но его приходилось понять смысл, то есть как они решаются, и упростить вот эту вот сложную реальность внутри себя для того, чтобы вычленить необходимые паттерны для решения. И вот, собственно, языковые модели, они примерно так и учатся. И в этом смысле это как раз объясняет, почему они галлюцинируют, потому что они не могут все запомнить, у них нет такой цели, у них цель построить какую-то свою картину мира. И здесь, конечно, очень важно понимать, наверное, разницу между тем, как там мыслит человек, и как мыслит языковая модель. Как Арам упомянул, она как бы может несколько там форматов мышления использовать, но далеко не все, не так, как это делает человек. Человек, например, внутри себя может строить какие-то рассуждения и часто даже, может быть, делает это вербально, проговаривая какие-то, да, какие-то мысли и совершая то, что называется такой возврат назад, перебор вариантов. Это вот такой типичный способ мышления человека, который даже вот в ранних работах по искусственному интеллекту, когда еще знание было принято представлять естественным образом, да, вот многие задачи, их решение сводилось как раз-таки к перебору вариантов и к поиску решений.
Языковые модели, они, их задача — это предсказывать следующее слово. Как бы они, по сути дела, просто моделируют очень похожий текст на то, что написал бы человек. И поэтому, если мы хотим от языковой модели добиться какого-то решения, каких-то рассуждений, нам нужно использовать специальные приемы запросов. Да? Мы должны сказать: пожалуйста, порассуждай, и тогда в процессе написания текста модель сможет прийти к решению. Есть много примеров, когда мы говорим: пожалуйста, реши задачу. Если сказать просто реши задачу, скорее всего, ответ будет как бы неправильный, но быстрый. А если мы скажем порассуждай и скажи ответ, вот тогда как бы сеть приходит в процессе генерации текста к решению. В контексте образования, ну вот на самом деле действительно ситуация, она слегка настораживающая, что нам приходится, вот искусственный интеллект совершил большой прыжок, и нам приходится быстро прыгать за ним, чтобы, ну, чтобы избежать ситуации, когда студенты могут сдавать работы ChatGPT. И здесь, наверное, очень большая роль должна быть там у преподавателей, чтобы, во-первых, рассказать, как таким инструментом правильно пользоваться, причем правильно с точки зрения того, что можно получить лучшие результаты, и правильно с точки зрения того, что не нужно вообще в целом пытаться заменить свой процесс образования, как бы, да, вот, генерацией таких работ, потому что в конечном итоге, как бы, в образовании все-таки важно получение знаний. Чем больше мы будем об этом там напоминать, наверное, да, студентам как-то, тем, может быть, они больше смогут сами взять. Еще один момент, который я хотел отметить, это то, что, собственно, написать какой-то хороший текст с помощью языковой модели, это тоже может быть не так просто, как кажется, да, ведь диплом, он не был написан просто фразой «напиши диплом», как бы, и потом этот диплом просто взяли и отнесли. Это была некий был такой итеративный процесс, который может быть непростым, и он может быть как раз-таки совместным процессом работы человека и машины. У меня сейчас есть интересный опыт. Мы с коллегой делаем такую лабораторию генеративной пьесы, когда за несколько вечеров мы с группой людей пытаемся создать совместно с ChatGPT пьесу и поставить ее вот за очень короткое сжатое время. И мы делали такой эксперимент. Мы сначала просто говорили: ChatGPT, напиши пьесу. И получалось, конечно, что-то очень неинтересное. А потом мы, собственно, в течение 2 дней делали это по шагам. То есть мы сначала вырабатывали общую идею, как бы просили его придумать 10 возможных идей на интересующую нас тему, выбирали лучшую, слегка подправляли ее руками. И дальше, как бы, следующий этап: напиши персонажей, напиши краткое содержание каждой сцены. И на каждом этапе вмешивались люди и дописывали чуть-чуть этот текст. И получилось, что в целом-то мы не так много текста написали, ChatGPT генерировал 90% текста, но текст получился осмысленным и таким, каким мы хотели. Вот мне кажется, работа с ChatGPT должна быть именно вот примерно такой, когда человек сохраняет за собой ну, агентность, желание что-то такое вот выразить, какую-то мысль. Да? ChatGPT используется при этом как такой инструмент, который позволяет очень быстро вот эту вот коротко сформулированную мысль там оформить текст. В этом, конечно, тоже есть опасность, что вот сам процесс оформления в текст, он часто и для человека является процессом размышлений, примерно так же, как и для языковых моделей. Поэтому если студенты там или, что еще страшнее, школьники будут увлекаться вот таким подходом, то они в конечном итоге могут разучиться писать, и мы придем, ну, как бы не очень хорошей ситуации в целом как человечество. Ну вот мне кажется, что в том, что ты сказал, есть вот какой важный момент. Я хорошо помню, как вот то, что сейчас у вас выросло в эту лабораторию пьесы, начиналось. Да? Во время пандемии у нас была какая-то дискуссия на эту тему, в которой в том числе участвовал далеко не самый плохой и последний театральный режиссер. И нам этот театральный режиссер сказал: да ерундой вы, ребята, занимаетесь. Пойдите же там что-нибудь полезное поделайте, там пол помойте, еще что-нибудь, а вот не вот это все. Да? То есть в этом смысле это идея, которая возникает где-то снаружи. Эта идея довольно сильная, и есть довольно высокий уровень мотивации, чтобы ее довести до конца у некоторого субъекта, да, в данном случае тебя, который про нее не забыл,
который учел все изменения генеративных сетей, которые за эти два года произошли. То есть это на самом деле некоторая история очень человеческая. И она где-то, как бы где-то вот выше всего этого. А у искусственного интеллекта есть вещь, с которой сейчас принято говорить, что надо вот побороться, и он будет совсем прекрасен. Это его галлюцинирование, если говорить про большие языковые модели. Но может быть как раз наоборот, в этом и есть смысл. Потому что ведь что такое вот сама по себе эта идея? Это же галлюцинирование. Этого не было раньше в мире. Это надо придумать. Да? И это хорошо, что он придумывает. То есть, может быть, как раз в этом есть смысл, и, может быть, надо придумать, как этот смысл использовать и для образования. Меня что, собственно, и ты про это сейчас сказал, волнует довольно сильно с теми сегодняшними попытками использовать искусственный интеллект в образовании, которые во многом, я тут абсолютно с Сергеем согласен, связаны с максимальным упрощением, причем даже не в том, не в том смысле, как ты сказал, да, который в каком-то, в какой-то степени происходит в человеческом мозгу, а в степени вот такой прям совсем утилитарного упрощения. Давайте мы, значит, если у нас есть молоток, то всюду гвозди. Простой вопрос. Если мы получаем искусственный интеллект как нечто, что умеет делать простые, рутинные, интеллектуальные вещи, то действительно велика вероятность, что мы это разучаемся делать. Ну, потому что мы научаемся делать, делая эти простые вещи. Когда эти вещи кто-то может сделать легко и красиво за нас, у нас на это нет мотивации. Ну, зачем? То есть, на самом деле, объяснять сейчас детям, что надо считать в уме, или там, что в уме как-то можно еще объяснить, что надо считать, а вот столбиком на бумажке вообще невозможно объяснить, потому что есть калькулятор. И бумажка, и калькулятор, и то, и другое, это некоторое приспособление. Поэтому какая им разница, на каком приспособлении? Давай делать на том, на котором удобно. Никакой мотивации на бумажке нет. Да? И так далее. Так вот, вопрос. Вот эти самые наши какие-то когнитивные способности, наши какие-то умения думать о сложном, откуда оно возьмется? Если мы отдадим простое искусственному интеллекту, да, и что надо сделать, чтобы, ну, либо как-то действительно должен быть другой способ обучения, либо должна быть какая-то мотивация этим простым заниматься. Вот что это может быть, и может ли, кстати, в этом, может быть, чем-то может помочь искусственный интеллект? Это, кажется, большой вопрос, и я бы его сделал вот очередным кругом нашего обсуждения, ну, и начал бы с тем, что передал слово Араму. Я здесь согласен с Дмитрием, что есть основная проблема, с которой надо что-то делать. И это проблема того, что в отличие от, например, умения считать столбиком, которое является технологией, как все другие технологии, человечество придумывало технологии и потом пыталось адаптировать свою жизнь под эти технологии. Так мы устроены. Мы это делали с самых давних времен, если верить вот всем этим цивилизационным теориям. Мы сумели освоить огонь, и благодаря этому стали жить в жилищах, а не на деревьях. Мы делали всякие другие интересные открытия. Причем европейцев в свое время поразило, что инки не знали колесо. То есть они не сделали этого технологического открытия, в результате таскали все на себе и страшно мучились. То есть вещи, которые совершенно очевидны для нас, являются просто частью нашего цивилизационного восприятия, безусловно, являются на самом деле значительными открытиями, которые мы в свое время сделали технологическими, благодаря этому развились в цивилизации. Теперь есть фундаментальная проблема. Дело в том, что умение делать текст является не только технологией, потому что текст... В особенности, если говорить об устном тексте, потому что письменный текст, безусловно, технологическое достижение, но устный текст, он был с нами всегда, сколько мы себя помним людьми. И когда придумывается другая машина, которая делает то же самое, это не совсем то, что раньше, модель поменялась. Теперь мы уже не только учимся пользоваться технологией, мы заменяем людей технологией. И заменяем в полном смысле этого слова.
значительное количество людей. С того момента, как появились там всякие Midjourney, ChatGPT, которыми я теперь подписан и пользуюсь, у меня как будто появились команда, сотрудники. Я всегда почти последние там, несколько лет, как я закончил управление школой, работаю один, у меня нет как таковых сотрудников. Но сейчас они у меня появились. Они виртуальные, но они вполне реальные. Они мне серьезно экономят время, они мне помогают в работе, они для меня собирают материал, готовят материал и все такое. И я стал существенно более эффективным. Причем не только с точки зрения просто производительности, но еще у меня существенно упал уровень прокрастинации. Потому что вот этот первый барьер входа в очередную работу мне теперь легко решается, я просто начинаю обсуждать эту тему с ChatGPT, через какое-то время уже готов первый черновик, и дальше все намного проще. То есть я к тому, что здесь появилась фундаментальная проблема того, что дети должны воспринимать в большей степени ChatGPT не как очередную технологию, как калькулятор. Они должны его воспринимать как значительной степени конкурента. И должны мериться с ним. Это он похож больше на такого робота-спортсмена. Если ты живой спортсмен, ты должен, по крайней мере, сделать лучше, чем этот робот. Если ты теннисист и отбиваешь мячи, ты должен отбить любой мяч, который этот робот тебе отправил. Чтобы роботу неповадно было думать, что ты не сможешь отбить мяч, который он отправил. И здесь то же самое. И мне кажется, вот эта спортивность и эта вот, конкуренция и желание показать, где увидеть, где он оказался слаб, где он допустил очевидный просчет, где он придумал вместо того, чтобы посмотреть, где он проявил свою типичную такую ленность, которая свойственна искусственному интеллекту, потому что он регулярно, собственно, ошибает исключительно из ленности. Вот. И это первое, что дети должны захотеть, не только дети, но и студенты, захотеть делать. Они должны перестать воспринимать его как такого волшебного помощника, а начать воспринимать его как конкурента, с которым ты борешься. Вторая вещь, которая, мне кажется, очень-очень важна. Дело в том, что я уже об этом немножко сказал, я попытаюсь еще раз сказать. Известно это. Блум еще высказал эту идею в 70-х годах прошлого века, что когда вы используете тьюторов, репетиторов, то существенно уменьшается разница между образовательными достижениями наименее и наиболее успешных учащихся. То есть вырастает их средний результат значительно, но самое главное, это намного важнее, кстати, уменьшается разница, дельта. Что это обозначает? Что наличие возможности привязать к каждому учащемуся тьютора позволяет нам наконец-то избавиться от системы подготовки людей, основанной на индустриальном подходе. Он уже давал сбои, он уже плохо работал, этот метод. Мы хорошо понимаем, что мы хотим развивать индивидуальные особенности, индивидуальные навыки, подходить к каждому ребенку так, чтобы он максимально эффективно учился. А с другой стороны, нам нужно сохранять стоимость, нам нужно сохранять систему, понятие класса, классной комнаты, совместной работы, одновременного темпа для всех детей, потому что иначе это все становится очень дорого. Иначе мы попадаем в область репетиторства, которая в разы дороже, в десятки раз дороже. И никто не может себе этого позволить, ни родители, ни государство. Сейчас появилась возможность эту проблему решить. То есть это риск и возможность. И даже в риске есть возможность, как всегда. Поэтому мне кажется, что то, каким образом искусственный интеллект будет быстро менять образование, это, собственно, два фактора. Это то, что сказал Сергей, я с ним совершенно согласен, это внешний фактор. То есть общество изменилось, и образование теперь должно быстро адаптироваться под это общество, а общество меняется в значительной степени благодаря появлению искусственного интеллекта, который меняет социальную структуру общества, который меняет экономические отношения, эффективность разных видов профессий и так далее. Оно просто повально сейчас будет влиять на все. Но с другой стороны, оно может позволить
образованию соответствовать этим требованиям. Общество наконец-то соответствует. Потому что общество это поменялось давно. А образование все никак не соответствовало. И этот разрыв все более и более увеличивался. И теперь, на удивление, то, что могло оказаться для образования наибольшим вызовом, может оказаться наибольшей подмогой. Может сделать так, чтобы наконец-то профессор занимался тем, чтобы присутствовал в жизни студентов. И делал их понимание того, чем они занимаются, значительно более ясным и понятным. Что никогда не сделает искусственный интеллект. И придал этому человеческий смысл. Потому что одна из фундаментальных проблем, кстати, искусственного интеллекта, про который мы еще ничего не сказали, это то, что он бессмысленный. У него единственный смысл – это нравиться человеку, чтобы ему заплатили. Другого смысла у него пока еще нет. И вряд ли появится, только если мы решим его засунуть в живые тела и придать ему инстинкт самосохранения. Ну, это, наверное, как-то будет делаться, но тогда это будет немножко уже другое. Это не про искусственный интеллект, это про... Но это не скоро. Да, и это не скоро. Ну, наверное, вот я бы еще что-то сказал про эту тему, но я оставлю остальным говорить интересные вещи и с удовольствием послушаю. Мне кажется, что на самом деле из разных сейчас высказываний вылезает еще одна тема. Я когда-то эти слова радостно для себя придумал, некоторое время произносил, в том числе еще, в общем, далеко было до современных успехов искусственного интеллекта, но, в общем, было понятно, что они уже не очень далеко, и там несколько лет назад я пытался, в том числе здесь в университете, сделать так, чтобы возникла некоторая новая тематика занятий людей, понимающих в педагогике. Это педагогика искусственного интеллекта. Похоже, что его тоже надо как-то учить не только просто напихивая знаниями, теми, какие доступны, те, какие дойдутся, те, какие мы сможем там, найти в интернете, там, спарсить с Википедии, еще что-то, да. Это, безусловно, очень хорошие, большие знания, но когда мы учим человека, мы как-то занимаемся еще и тем, как их укладывать, да, как это строить. А так как вот Дмитрий сказал про то, что искусственного интеллекта возникает некоторая его картина мира, это, скорее всего, становится не менее важно, чем картина мира человека, да, определяющая очень много чего в нашей жизни, то, наверное, занятие формированием картины мира искусственного интеллекта становится некоторой отдельной довольно интересной задачей. Вот. Но это такое просто наблюдение по ходу нашего разговора. Сергей, на твой взгляд, вот это вот изменение, про которое начал говорить Арам, как они будут происходить? Вот, Арам очень нравится. Вот. По-моему, метафора манекена, искусственный интеллект как манекен для отработки борцовских приемов там, да, и проведения интеллектуальных мавашигири, мне кажется, очень удачной. Да? Но именно как конкуренция с технологией. Да? С технологией в этом смысле, по большому счету, я бы, может быть, по частностям поспорил, по большому счету мы, по-моему, все втроем говорим одном и том же. Я сейчас попробую вот для себя. Но поскольку все-таки всегда занимался в хорошем смысле элитным образованием, да, вот не массовым, а вот таким вот выборочным, вот я как бы оттуда, да, там, и вот все, что может быть описано и повторено, не имеет отношения к мышлению. Интеллект в моем понимании, ну, его по-разному можно понимать, да, можно в психологическом, да, как у Выгодского, там, я не знаю, и с коммуникацией, с рефлексией, с пониманием и так далее. Но если говорить про мышление как мышление, ну, вот в такой, ну, квазифилософском смысле, мышление не имеет отношения к технологиям. Это за пределы. Это работа с внешним отношением к тому, что уже известно. И превратилось в технологию. Поэтому, но в той мере, в какой искусственный интеллект технология,
Ну вот, как говорил Дмитрий, например, языковая технология, семиотическая система, которая собирается искусственным образом. Да, там, и начинает, ну, собственно говоря, простраивать из себя в силу своей имманентной логики, а следовательно и картину мира. Поскольку знаки есть, появятся и значения. Ну, там по-разному бывает, но появятся. Понятно. В той мере, в какой искусственный интеллект технология, к мышлению это не имеет отношения, к человеческому мышлению. Но обратный ход. В той мере, в какой это есть манекен, с которым можно, ну, как это, соревноваться, да, то появляется стимул для выхода за пределы этой технологии. Это скорее такой спарринг-партнер. Ну, спарринг-партнер, да, совершенно верно, да. Такой активный манекен. Активный, да, там, по целому ряду параметров, безусловно, превосходящий. Ну, я не знаю, там, вот это, чемпион мира по шахматам ведь проигрывает, да, там, всем этим, как это, искусственно созданным системам, да, и что, вот. Ну, это характеризует шахматы вообще-то больше, нежели чем искусственный интеллект, но это уже другой вопрос, да, да? Вот. Вот все, что за пределом, это к образованию, к мышлению, к вопросам, ну, которым задаются там все умные люди, а как можно научить человека там вести себя в ситуациях неопределенности, адаптироваться к ситуациям неизвестности, да, там, ну, как это, осваивать то, что незнакомо и неизвестно, да, к мышлению. В той мере, в какой искусственный интеллект технология, ну, отлично, значит, вот инструментальное применение ему всегда найдется. Ну, так же, как конвейерный способ сборки, ну, заместил в значительной степени вот ручной труд. Не надо только забывать, что конвейерная сборка убила ремесло как особый товарный знак, да? А сейчас, там, спустя там, 120-150 лет, идет возврат к этому handmade и к уникальному мастерству на уровне мастерства. Вот мы же повторяем все время вот эти циклы. Я думаю, что здесь будет, с этой технологией будет еще то же самое. Но это вообще довольно универсальная вещь. Просто элементы укладов, которые были такие основные в производственных цепочках, они в какой-то момент становятся некие уникальные, элитные, так же, как лошадь когда-то была основным транспортным средством, а сейчас это такое вот как бы дорогое средство получения удовольствия. Handmade, да. Более того, весь там, или значительная часть современного дизайна построена на возврате к этим ремесленным представлениям о мире, да, там, уникальностям, да, там, знаковостям, символизму и все такое прочее, да, в отличие там от конвейерного производства. Да, конвейерное производство решило проблему массового производства, удешевления продукции, поднятие общего уровня жизни, несомненно, вот последние волны промышленной революции на это были ориентированы. Но не будем забывать там и вот этот обратный ход, да, что пропадало, к чему сейчас возникает разобщенность некоторая, разделение труда, там, отторжение человека от продуктов его деятельности. Ну, много про это экономисты написали. Вот, честно говоря, я не вижу ничего нового в этой ситуации с искусственным интеллектом. Может быть, вот коллеги, которые больше знают там изнутри, ну, как бы укажут на некоторую специфику, которая там с точки зрения вот больших культурных и социальных процессов привносится вот этим феноменом искусственного интеллекта. Ну, вот мне кажется, что есть один момент, да, довольно важный. Это та самая мотивация, но вот Арам предложил способ, где искусственный интеллект может наоборот стать участником этой мотивации, да, выступив в роли такого спарринг-партнера. Да, но для этого надо перестроить методически все образование, так чтобы этот спарринг-партнер появлялся в этом смысле такой вот индивидуальной конкуренции, индивидуальной соревновательности, индивидуального партнерства в большинстве случаев не подразумевалось в образовании. А здесь это
возможно, возникнет. Конкуренция в образовании всегда была. Еще какая. Но не один на один с кем-нибудь, а все-таки как бы в рамках коллектива. Что такое защита диссертации в изначальном ее смысле? Ну, да, в этом смысле... Вылез, отбивайся. Да. Но вот дальше вопрос-то на самом деле, что еще? Еще мне кажется, что кроме мотивации, важной вещью является то, что если ты как бы передоверился, то есть у тебя возникает другой способ отношений. У тебя до этого был какой-то человек, которому доверяешь, не доверяешь, там автор учебника, там профессор, который тебе читает и так далее. Возникал некоторый контур индивидуального отношения, индивидуального доверия. То есть в этом смысле и ученик – субъект, который может доверять, не доверять, принимать, не принимать это знание, так или иначе себя в этом вести. И носитель знания, учитель – тоже субъект, который как-то может себя вести. А вот искусственный интеллект, он здесь как что? Вот пока я, например, вижу, что большинство людей, и вот я это там смотрю на некоторых школьников и студентов, воспринимают искусственный интеллект как очень крутую, суперумную поисковую машину, которая умеет это потом пересказать так, как ты ей скажешь. Да, вот просто что это некоторое, да, что это некоторая такая вот такой источник абсолютного знания, который его, значит, под тебя готовит правильным образом. Мне кажется, что фактор веры в появление такого магического, вообще как бы увеличение магического в нашей жизни здесь вот явно наблюдается. Хорошо это или плохо? Вопрос дискуссионный, мне скорее не нравится. Но я вообще сторонник десакрализации как бы вот таких вот процессов. Но, может быть, я здесь не прав. Митя. Да, но мне кажется, мы не можем десакрализировать такой вот искусственный интеллект, потому что мы до конца не понимаем, а как же оно работает. В том смысле, что с одной стороны оно работает очень просто, там просто внутри перемножаются большие матрицы. А с другой стороны, почему оно внезапно начинает говорить почти как человек? Ну вот это, мне кажется, явилось в некотором смысле сюрпризом, действительно, для многих разработчиков. И, наверное, если говорить про искусственный интеллект в образовании, мне хотелось бы еще вот чуть-чуть развить идею шахматами. Действительно же, шахматы — это область, в которой искусственный интеллект победил человека какое-то время назад. И это в результате привело не к тому, что человечество потеряло интерес к шахматам, а скорее наоборот, к тому, что человечество стало лучше тренироваться, именно воспринимая искусственный интеллект как партнера. И за счет этого повысились возможности человека. Вот здесь вот эта вот модель, которую Арам, по сути дела, предлагает, да, воспринимать это как партнера, мы видим в действии, но она чуть-чуть более простой предметной области, нежели вот вообще все образование в целом. А говоря про субъектность, ну, понятно, что как бы искусственный интеллект, сложно его называть субъектом, у него нет своих желаний. И все желания — это то, что мы можем ему задать с помощью некоторой... фитнес-функции, вот, да, там, в самых продвинутых даже моделях искусственного интеллекта, обучение с подкреплением, мы все равно говорим, а что такое хорошо, что такое плохо, к чему этот искусственный интеллект должен стремиться, чтобы, как бы, выполнять свою работу хорошо. И с этой точки зрения, вот, это действительно некая технология, которую делает человек. Но в некоторых задачах, наверное, вот, в том числе и в образовании, когда-то можно наделять его такой искусственной субъектностью, грубо говоря, чтобы с точки зрения, там, например, ученика, там, с точки зрения ребенка, он вполне может воспринимать это как некоторого собеседника, которого наделяет некоторыми такими человеческими свойствами, просто для того, чтобы раскрывались какие-то психологические особенности общения. Да? С железкой общаться ты не будешь доверительно, да, а вот с некой сущностью, которая наделена субъектностью, наверное, да. Здесь вот в этом плане у меня есть такой любимый роман Нила Стивенсона «Алмазный век» или «Букварь для благородных девиц». Там основной сюжет в том, что сделали такой учебник, ну, по сути дела, это вот такой умный искусственный интеллект, который является для ребенка таким вот наставником, он с ним общается на любые темы, вот почти как чат-GPT. И в некоторые моменты он обращается к человеку, вот когда становится понятным, что что-то сложно,
Вот, там за кадром появляется актер, который уже с ребенком этот диалог ведет как человек. Ну и там по сюжету этот дневник, под его делали для какой-то очень элитной девочки, а потом он попадает к девочке из бедных слоев случайно, и вот она там прям начинает быстро прогрессировать, потому что у нее любопытство к знаниям, что называется, изначально более сильное. И здесь вот, мне кажется, это очень хорошая модель. Она показывает, с одной стороны, что ребенок хорошо взаимодействует с такой технологией, если он воспринимает ее как какого-то собеседника. С другой стороны, это такая демонстрация демократизации этого подхода, потому что действительно раньше мы не могли каждому ученику дать индивидуального тьютора, да, вот то, о чем Арам говорил. А сейчас, получается, мы можем обучить модель, которая будет, в принципе, максимально похожа на учителя, и дать ее массово как бы учащимся. И для критичных моментов, да, привлечения человека. Очень, мне кажется, там прекрасная модель, которую можно брать в образовании и пытаться развивать. Сразу вопрос. А искусственный интеллект определит эти критичные моменты? Позовет учителя вовремя? Определенная вероятность, как и все остальное. А вот это интересный вопрос. Просто откуда берется вот этот момент вызова учителя? Да? Кто нажмет там на кнопочку, свистнет свисток? Мне кажется, что все-таки это учитель должен быть в центре этого процесса. Без учителя это все работать не будет. Все равно контролировать и управлять этим процессом должен учитель, он же должен свистеть. А искусственный интеллект просто должен делать свою работу в качестве помощника, а не в качестве партнера. То есть это надо четко разделить. Никто на искусственный интеллект ответственность не возложит по той причине, о которой мы говорили и я, и Дмитрий, что у него нет желаний, у него нет целей, из которых эти желания исходят. Он просто делает то, что ему говорят. И, соответственно, по большому счету, это такой идеальный греческий раб, которым мечтали греки. Мы его сделали. Теперь можем попытаться построить общество, в котором такие рабы выполняют значительную работу, которую выполняем мы, но при этом они действительно по-настоящему служат тем целям, которые мы поставили. Но цели должен ставить учитель. То есть, если продолжать античную аналогию, которую Арам, да, там, то в этом смысле искусственный интеллект свободным человеком не является. В отличие от потенциального ученика, который, хотя он и ученик пока, но он свободный человек, да, он имеет свои целеполагания. Слушайте, но осталось дело за малым. Это взять и сделать так, чтобы свободный человек-ученик получил существенно большую тягу к знаниям, чем сейчас. Ведь на самом деле большинство отрицательных кейсов, про которые рассказывается в связи с применением искусственного интеллекта в образовании, они выглядят так. Вот мы от ученика хотим того, что он честно что-нибудь, значит, напишет, а он, зараза, сдал нам практически подделку, потому что писал не он. Ну, это, в общем, приравнивается к тому, что за него это написал кто-то, или там это плагиат, или еще что-нибудь. Да, это вот ставится в такой ряд. А должно ставиться в какой-то другой ряд. Ведь на самом деле вот совершенно правильно было сказано, что молодой человек, который написал достаточно приличную дипломную работу силами чат-GPT, он, в общем, на самом деле некоторое количество своих знаний-то продемонстрировал, сформулировав правильные вопросы, сделав это вот... Я, честно говоря, не читал эту работу, поэтому я не готов сказать, насколько тщательно были принимающие. Да? Но, с другой стороны, мы знаем, что зачастую принимающие, в общем, довольно слабые работы пропускают. А даже слабая работа, написанная при помощи чат-GPT, это работа... достаточно интеллектуальная, потому что, в общем, поговорить так с чат-GPT, чтобы эта работа появилась, вообще подразумевает все-таки некоторые интеллектуальные усилия. В общем, думаю, что не меньшее, чем просто написать там плохую работу, скомпоновав все, что ни попадя. Неважно, взятые в библиотеке или взятые в интернете.
В этом смысле это вопрос исключительно потраченного времени, а сущность та же самая. Я бы вот не идеализировал ситуацию. Вот, Василий, в каком смысле? Вот в той же системе образования, но есть же троечники. Ну что такое тройка? Да, тройка – это вот ровно то, о чем мы сейчас говорим. Ну вот, слушайте, вот в хороших вузах есть там запрет на плагиат. Но в большом количестве других вузов экзамен есть не что иное, как пересказ того, что написано в учебнике, даже не в книжке, а в учебнике, что и есть в чистом виде плагиат. Абсолютно то же самое с этим чатом. Да, в этом смысле, если ученик продемонстрировал способность задать вопрос и получить ответ, он получает свою законную тройку. Слушайте, и таких 90%. Вот. Я вот про оставшиеся 10, извините за вот некоторую такую... Это не высокомерие, но это вот очень такое практическое отношение к стратификации сегодняшнего образования. Вот если мы говорим про 10%, на которых может вырасти мышление, которые могут войти в мышление, присоединиться к нему, то, собственно говоря, это вот разговор наш сегодняшний про эти 10%. Вот... Надо просто вот отдавать себе отчет. Все остальные, ну, точно так же, как из интернета там вытаскивали там куски текста, сдавали там, выучивали. Это или там эти платные написания там дипломных работ. Да, это ровно к этому же. И в чем разница? Вот ничего нового. Нет, а принципиальная разница, заключающаяся в том, что если этот студент сам поназадавал те вопросы, благодаря которым чат GPT написал работу, это не такой плохой студент. Это метауровень, конечно. Вот Арам, собственно, с этого и начал, что как это, надо снаружи задать вопросы, да, там. И если этот студент в качестве своей дипломной работы рассказывает не то, что написано в его эссе, а в какой логике он задавал эти внешние вопросы, вот тогда да, тогда мы начинаем говорить про то, что процесс образования случился, он в метауровень вышел. Кому интересен этот текст? Да никому. А вот как ты его сделал, какие твои методики конструкторские, вот здесь это да. Это то, что называется, ребят, по-моему, у вас программирование, правильно я понимаю? А давайте вернемся на самом деле к учителю. Ну вот Арам сказал, что учитель должен оставаться в центре процесса, что искусственный интеллект является помощником, за которым учитель наблюдает. Но что для этого, чтобы за ним хорошо наблюдать и чтобы это все делать, это как должен быть другой учитель? Вот что это должен быть за учитель? Какой он должен быть? Арам, давай начнем с тебя же, как задавшего это направление. Лучшие учителя всегда были такими. Это человек, который видит свою миссию в помощи ребенку в становлении своего мышления, своего сознания, своего самовосприятия, саморефлексии. В понимании того, что ему важно, чем он интересуется, в выработке ценностной системы. В конечном итоге, почему мы придумали, как человечество, придумали школы? Потому что я думаю, что на довольно раннем этапе мы поняли, что если образование происходит только на уровне семьи или даже на уровне небольшого племени, происходит определенное вырождение. Этот тип человека, который постоянно внутри находится определенной сферы сознания, мышления, восприятий и так далее, он вырождается, не происходит развития. Когда мы включаем человека в образовательный процесс, в котором участвуют люди, которые не являются частью его самого ближнего круга, они фактически привносят в его жизнь, в его мышление, в его сознание, все то,
что в принципе не способно привнести его в ближайшее окружение. То есть делают его человеком для общества, для социума, для более широкого мира, способного в этом мире быть продуктивным, нужным, осознавать этот мир, понимать его и так далее. То есть роль учителя, она грандиозна. Это человек, который дополняет семью до всего, до мира. Вот. Делает из ячейки открытое пространство. И он должен себя таким чувствовать. Это миссия, это очень сложно. Он должен быть представителем общества, представителем мировых ценностей, человечества как такового в глазах ребенка. И транслировать все это ребенку. Помогать ребенку осознать все это. Почувствовать все это. Это не только осознание. Это включение в свою жизнь. Это жизнь этой жизнью, которая за пределами семьи. И жизнь этой жизнью в полной мере. Вот настолько в полной мере учитель это может сделать, настолько он учитель. И мне кажется, это самая фундаментальная функция. И эту функцию, конечно же, никакой искусственный интеллект не заменит с точки зрения человеческого содержания. Зато он действительно может привести к так называемой унификации представлений, знаний и так далее. Но судя по тому, что сейчас происходит с тем же ChatGPT, я могу сказать, что страхи немножко чрезмерны на эту тему. Пока люди не наделили кого-то субъектностью и не доверились ему как субъекту с целями, которые ты разделяешь, и поэтому ты доверяешь. Ведь мы же доверяем людям, цели которых мы понимаем. Целей у искусственного интеллекта нет. И поэтому людям ему не доверяют. А если не доверяют, то они не подпадают под его влияние. Они не становятся частью его мышления, не становятся инструментами его манипуляции и так далее. Это практически не происходит. Наоборот, им довольно скучно. Ну, использование ChatGPT там довольно стремительно падает. Да, поигрались и поняли, что это такое. Стало обыденным, никто уже особо не интересуется. Поэтому я думаю, что, опять же, ребенок будет понимать, я здесь совершенно согласен с Сергеем, что он имеет дело с инструментом. Да, в игровом формате, и здесь я согласен с Дмитрием, он будет пытаться наделять эту сущность какой-то субъектностью. Я, например, недавно общался с Сократом. У нас был очень интересный разговор. А до этого я общался с Маугли, я общался с римским гражданином там, начала первого тысячелетия. То есть я так интересно общаюсь с этими людьми благодаря наличию искусственного интеллекта. И это довольно забавно, я многому учусь. Вот такого рода субъектность, да, она появится. Более широкая – нет. Там всегда будет в центре учитель. Вот мое такое общее представление. А у меня из этого возник основной вопрос. А вот учителя такого уровня, про которых сказал Арам, это очень штучные люди. Они уникально появляются. У каждого из них свой путь. Но вот когда мы с Арамом познакомились примерно 25 лет назад, сказать, что Арам станет одним из самых известных и лучших учителей школьных в мире, нельзя было сказать никому. Арам занимался информационными технологиями, создавал программные продукты, пытался их продавать по всему миру. По образованию ничего пересекающегося с педагогикой. Да? И дальше вот это происходит. Я там, не знаю, там могу еще какое-то количество учителей такого уровня назвать, и ни у кого из них, почти ни у кого, нету классического пути школьного учителя. Да? Это какая-то другая... Более того, ни у кого из них нет одинакового пути. Это абсолютно разные пути. Это абсолютно по-разному происходит. Но если мы говорим, что все образование становится таким, то нам этих штучных людей, которых сейчас единицы, надо иметь много. Может быть, не так много, как сейчас учителей в школе, но все равно очень много. Вот откуда они могут взяться? Сергей, есть идея?
Я понимаю, что ты за образование гораздо более штучное, но хотя бы штучно мы их можем как-то добыть? Учителей? Но, слушайте, вот в свое время, я же про высшее образование больше, да? А учителя там и изготавливаются. Там, я понимаю, да, но вот я в этом смысле, как это, вспоминаю эту кантовскую идею о человеческом развитии. Он говорит, что три фазы человек в своем совершенствовании проходит, да, там первое, это когда он отказывается от своего врача, второе, когда он отказывается от своего учителя, и третье, когда он отказывается от своего духовника. То есть он берет на себя те, как бы, вот внешние функционалы, которые, ну, являются для него способами поддержки в его там движении по жизни, взрослении, развитии и так далее, да? Поэтому в этом смысле, если говорить про тот уровень образования, про который у меня там как-то голова повернута, да, там и флюс раздувается, то я бы сказал, что в тот момент, когда образующийся способен выйти в равный диалог, да, там со мной, ну, собственно, все, дело сделано. Со мной, там, с кем-то из моих коллег и прочее, прочее. Там, у этого мнения глубокая историческая традиция. Да, вот тех же античных времен, которые упомянул Арам, да, там, вот, а именно, что критическое отношение – главный добродетель гражданина. Другой нет. Да, вот гражданин, свободный гражданин – это тот, который способен критически относиться к любому тезису, который представляется на его обсуждении. Это главный добродетель гражданина полиса. Да, и в этом смысле, мне кажется, что полноценным учителем может стать любой человек, вне зависимости от типа образования, который обладает этой критической способностью. И способен, ну, как-то ею делиться, да, там. Вот. Там возникает масса разных других нюансов, кто там вот для младших школьников, там, для средних, для старших, для взрослых. Да, безусловно, эти все вопросы есть. Они важные, но, по большому счету, это вопросы технические. Вот сквозная компетенция – это умение сомневаться. Все. И главное человеческое качество в этой системе остается. Ну, конечно. Это и есть образование. Вот выйти за пределы, то, с чего мы начали. Да, вот уже сформированная технология. Это есть, это описано, это может быть воспроизведено. Слушайте, что за дрянь нам предлагает этот профессор? Там, да? Мы об этом можем в книжке прочитать. Там, зачем нам это нужно? Там, и прочее, и прочее. Да? Вот, собственно говоря, на этом все и появляется. Я не думаю, что, я вообще не считаю, что педагог, мы вот сейчас находимся в этих стенах, да, там, в гостях, у наших хозяев, я не думаю, что педагог – это специфичная онтологическая профессия. И это скорее ценностная некоторая категория, связанная вот с такой возможностью критической позиции. То, что называют критическим мышлением. Если ты способен это передавать, ты... Так, хорошо. Митя, есть версия? Я бы еще добавил, что вот в отличие от искусственного интеллекта, у человека есть эмпатия, он может как-то с ребенком повзаимодействовать на таком вот человеческом уровне. Если вспомнить, например, вот было какое-то время назад модно говорить, какие профессии там искусственный интеллект вытеснит, да, вот если взять там, например, медицину, то врачей он вытеснит скорее, чем медсестер, которые вот могут... Казалось бы, у них нет специфических знаний, но они общаются больше всего непосредственно с пациентом. И получается, я бы вот эту грань проводил между искусственным интеллектом в образовании и учителем,
не потому, что вот учитель должен контролировать и целеполагать, а искусственный интеллект не может, а скорее вот потому, может ли учитель проявить какое-то вот такое эмпатическое отношение к ученику, да, и тем самым там заинтересовать его или привить ему какие-то жизненные как раз-таки ценности, а смысловую, ну, то есть какую-то вот составляющую именно там донесение знаний можно, в принципе, вполне доверить искусственному там агенту, который может быть даже наделен каким-то искусственным целеполаганием, ну, по крайней мере, для 90%, да, для кого мы не сможем найти штучных преподавателей. Вот, ну вот, я думаю, что можно в каком-то смысле их доверить правильно обученному и воспитанному искусственному интеллекту, который, ну, будет, наверное, лучше, чем ничего. Смотрите, мне кажется, что, исходя из того, что вы все сказали, есть еще одна вещь, случающаяся со структурой профессии учитель. Потому что учитель как профессия сейчас, вот не как роль в жизни, а как профессия, это предметник, так или иначе. Исходя из всего, что мы здесь говорили, роль учителя как предметника скорее пропадает. Он становится человеком таким надпредметным. Но возникает другой вопрос. И я вот не знаю, у нас осталось 5 минут. Давайте я попрошу каждого на него ответить в пределах минуты. Секунд. А лучше 30 секунд. Хорошо, у нас есть учитель, новый, вот улучшенный. У нас есть еще более улучшенный искусственный интеллект. И у нас есть прекрасный ученик с мотивацией. Хотя, строго говоря, мне кажется, что история про мотивацию в нашем разговоре так и не раскрылась. То есть одна из составляющих мотивации – это возможность вот такого вот непосредственного партнерства, соревнования вот с искусственным интеллектом, но кажется, что это не на 100% универсальное и не всегда сработало. Но в образовании есть еще одна составляющая, про которую мы ни разу не сказали – это оценивание тех знаний, того развития, которое ученика, да, его там, его изменений вот этих вот, которые произошли в процессе обучения. А что в такой системе и модели будет представлять собой оценивание, и главное, кто будет оценивать? Потому что я сам сказал про то, что учитель не предметник, а оценивать-то надо, возможно, и предметные знания, и кем это, другим искусственным интеллектом, тоже учителем, еще кем-то, чем-то. Мне кажется, что пока вот этого в нашей конструкции нету. Арам. Я думаю, что как раз оценивание искусственный интеллект может делать очень хорошо. Это как раз та зона, в которой он может быть достаточно продуктивен. Я регулярно этим занимаюсь сам. Я сейчас преподаю в университете, и когда мне нужно оценить эссе студентов, я даю этот эссе ChatGPT, ну, специально подученному ChatGPT, которому уже рассказал рубрику, немножко его потренировал на примерах и так далее. И спрашиваю его второе мнение. И знаешь, если раньше я сильно мучился, то есть основные мои проблемы были совсем не в том, чтобы проверить работу. Я всегда это делал с удовольствием. Моя основная проблема была именно в оценивании, а именно в конечном итоге, сколько этот ребенок должен получить. Вот как сопоставить то, что быть максимально объективным, сопоставить то, что я вижу, с теми критериями, которые описаны в рубрике, какие хорошие рубрики не были. Все эти критерии все равно немножко размазаны и не такие очевидные. Я это регулярно замечаю, потому что мы с преподавателями другими делаем иногда калибровку, и на этих калибровках там все что угодно вылетает. Люди ставят за одну и ту же работу, одни ставят высшую оценку, а другие там ниже средней. Вот, поэтому я понимаю, что это достаточно субъективно, и это меня мучает. А тут прямо вот спарринг-партнер, который, я снова этот термин использую, но второе мнение.
система, которая мне говорит, а мне кажется, что так. А я говорю, а почему вот это так? Она говорит, а действительно, ты прав, да, тогда это вот так. И мы с ним обсуждаем. И в результате у меня сильно вырастает качество оценивания, и сильно вырастает продуктивность оценивания, и сильно вырастает уверенность в том, что я правильно оценил. Поэтому с точки зрения оценивания, я думаю, что на уровне того, что могли давать тесты, искусственный интеллект даст просто на голову выше сразу, то есть тесты просто исчезнут, они абсолютно не нужны больше. А на уровне того, что мог делать только человек, вряд ли, опять же, искусственный интеллект близко подберется, ну, по крайней мере, я сейчас пока не вижу, чтобы он даже близко подошел к тому, какие там вещи я вижу иногда. Но то, что может многое видеть и увидеть, сказать мне, это фантастика. Поэтому я думаю, что какая-то такая модель будет жить. Что такое оценивание? Оценивание – это просто измерение. Измерение довольно болезненное. То есть это примерно как сдавать анализы. Когда человека гоняет все время сдавать анализы, у него начинается фрустрация. Вообще ему начинает не нравиться этот весь процесс. Поэтому детям, вообще студентам, вообще никому не нравится это все оценивание. Но оно нужно, чтобы проверить, что происходит. И именно для этого оно должно использоваться. И здесь искусственный интеллект может быть просто феноменальным инструментом, который понизит болезненность оценивания, повысит его результативность. Вплоть до того, что тот же самый студент может сам загрузить рубрику в тот же самый чат GPT или в какую-нибудь другую систему. BART, кстати, в этом смысле тоже очень неплохо. И попросить оценить его работу до того, как он отдаст ее профессору, преподавателю. Пока образование не изменилось так, как мы говорим. Но это все равно, эта штука всегда даст хороший фидбэк. Она все равно подскажет, в какую сторону смотреть. Даже если она делает это не все, и не полностью, и не очень идеально, это все равно лучше, чем студент, который сам будет оценивать свою работу субъективно. Ему очень трудно будет это делать. И опять же, даже если я оцениваю чужую работу, получаю максимум пользы от второго голоса, от второго мнения, то студент точно это получит. И для него это будет менее болезненный процесс. Да, спасибо, коллеги. Буквально по 30 секунд на какую-то реакцию вашу, каким может быть этот процесс. Я в целом согласен, потому что вот то, как более знающие коллеги говорят об искусственном интеллекте, вполне допускает, что предметное оценивание по предметам или даже первичные компетенции, типа там элементарные формы анализа, реферирования, я не знаю, там симбиоза текстов, эта технология вполне может ухватить и дать оценку. Мне кажется, у меня есть версия, что функция учителя, тьютера, профессора, называйте как угодно, это не оценка, это функция сценирования. На основе полученных результатов дать сценарии или версии дальнейшего движения и поставить человека в ситуацию выбора, который не оценивается. Там, один выбор не лучше другого. Это вопрос человеческого самоопределения и способности целеполагания. Вот это остается, с моей точки зрения, за вот этим человеческим фактором, в отличие от технологии. Угу. Дмитрий? Да, у меня коротко, наверное, одна из идей, с которой вот мы экспериментируем по поводу оценивания, это использование генеративных сетей для извлечения смыслов, например, из эссе, чтобы мы оценивали, ну, чтобы было проще, условно, понять, все ли мысли там, которые должны были быть, изложены, да, и тогда проще свести это к какой-то численной оценке. Но мне понравилась очень идея, что студент может оценить себя с помощью чат-GPT, тем самым оценивающая роль дается не преподавателю, а какому-то там стороннему субъекту, да, и не возникает как бы такого вот противоречия, а почему меня так оценили, ну вот, типа, искусственный интеллект тебя оценивает так. И это воспринимается как бы как, не как зло со стороны учителя. Ну, а как бы завершение, наверное, можно как еще оценивать? Это такой обратный тестинг. Если учитель не может отличить ученика от чат-GPT, значит, 3. Как бы мы знаем, что он на уровне троечника, да, отвечает. Спасибо. На самом деле, мне кажется, что мы на тот опрос, который параллельно шел, свой ответ-то дали, да,
И давайте в заключение, я надеюсь, нам расскажут, какие там есть результаты. Мне кажется, я просто поставлю некоторую галочку для будущих обсуждений. Мы при этом говорили про школу и университет, и мы не говорили про раньше то, что до школы, из чего, скорее всего, и должно возникнуть ровно тот уровень любопытства, тот уровень интереса, который позволит иметь ту мотивацию, которая нужна для того, чтобы гораздо лучше учиться с помощью современного искусственного интеллекта. Но это для наших будущих разговоров.